Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Ванам Манохар Ванча калпотару васяки пасинду бхавачу патитанам павоне бхавишнаве бхио намо намах мукам кароти вача ланг пангунг ланг хетгирим ятки патам ханг банди парамананда мадвам бриндавай тулсиде буй пиявай кешва сача шна бхакти паде деви саттваттвай намо намах Нараяна намаскритта нарунчайва нароттамам Девин сарасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане кришна катхупадеш Гаурия патрашва пракасанеча Садануракта гуру бхакти жукто Бхакти прамодакша жагодваруйна Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетас падам сива виринчанутам сараньям Бхитатихам панатопал бхавадипутам Банде махапурушате чаранарвиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Бишпуриджита кимапигабавадушвадарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадхикамай када кипам каваш. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сипасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сипасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Аджану ламбита бхужау канука бодато, Шанкиртане капитаро камала ютакшу. Вишам бару дижа бару жугадхар мапалу банде жагат прия кару каруна батару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тапа Намами Ганге Тапа Дупанкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктинча Бхуктинча Дада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивуши табам бхагам Нараяно приямананга мадапухарам Бараноси пурапати бхажавишанатам Вагиша джуша бадане Лакшмир джуша чавакшаши Ясьястихиде самбихи Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Праено Дева Мунайо Сави Мукти Кама
Maunam charanti vijanena parathanista Naitana vihaya kipanana vimumukshayeko Nanyam tadasya saranam brahmato nupashe Prayena deva munayo savimukti kama Maunam charanti vijanena parathanista Naitana vihaya kipanana vimumukshayeko Nanyam tadasya saranam brahmato nupashe Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told, while living in this material world, we must try to realize what will happen after leaving this body. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told, Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса сказал, что живя в этом материальном мире, мы должны подумать, куда мы пойдем и что мы будем делать после оставления этого мира. Что случится? Мы не будем жить в этом материальном мире долгое время. Очень скоро мы уйдем. И что случится, если мы оставим это тело? Каково наше будущее? Обретем ли мы вечное служение Верховному Господу или нет? Та причина, ради которой мы совершаем баджан, достигнем мы ее или нет? Наша цель. Шрила Прахлад Махарадж, великий преданный. У него нет никаких посторонних желаний внутри его сердца. Мы можем считать Прахлада нашей Гурваргой, но есть одно но. Прахлад Махарадж, несомненно, наша Гурварга. Шаянбур, Нараду, Самбху, Кумару, Копилу, Ману, Прахлада, Вишму, Джанаку, Болир Ваясакир Ваям, Дада Сайте Виджанимо Дхарманг Бхагаватам Бхата, Гуйхам Вишудхам Дурвадхам Ядгьятя Амрита Машнуте. From Srimad Bhagavatam we know, из Шримад Бхагаватам мы знаем, что есть 12 махаджан. Out of 12 махаджан, и вот среди них Прахлад Махарадж находится. Почему? Потому что Прахлад Махарадж может дать нам Бхагават Дарму, дать нам учение этой Бхагават Дарма, эту Амриту. Гуйям значит сокровенное, сокровеннейшее. Это Бхагават Дарма. Вишудам настолько чиста, что мы не можем даже представить. Бхагавад Дхарма настолько чиста, если есть малейшее осквернение, то это Амрита, она очень чиста. И если есть какое-то осквернение, то тогда наше следование Бхагавад Дхарме, оно несовершенно. И вот Прахлад Махарадж, он махаджан из среди. Вот среди махаджан Прахлад Махарадж, он может дать нам Амриту. Он может давать нам Бхагавад Дхарму. Если у нас нет никакого анибхилаша, осквернения, что значит анибхилаш? Анибхилаш значит, если есть у нас какое-то отдельное желание,
не связанная с Кришной, поскольку у нас наша подлинная цель, все подлинное желание должно быть. Мы должны направлять наши мысли, наши желания на то, как сделать Бхагавана довольным. И если мы сможем сделать это, то тогда можно, я могу подумать, что вы избавились от Анибхилаша, от каких-то корыстных желаний. Ваше сердце, оно должно быть свободно от всякой корысти. Мы должны думать только об удовлетворении Верховного Господа. Если есть какой-то анибхилаш, отдельное желание, то есть отдельные какие-то корыстные желания, это зовется анибхилашем. Кто-то может сказать, что у него только один анибхилаш. Почему? Еще что-то, но будьте уверены, если есть какой-то один анибхилаш, этот один анибхилаш может, It can produce countless germ of annavilas. One germ of annavilas. Мы как раз сравниваем это с какими-то бактериями или микробами. Если одни завелись, они размножаются, и их больше и больше становятся такие всякие корыстные желания получить. Появилось одно небольшое, потом второе, потом пятое, потом десятое, и так они разрастаются. Can produce countless annavilas and disturb you. Disturbing, you can get deviated from the track of bhajan field. И таким образом эти посторонние желания, они отклонят нас от пути бхаджана. Я вчера говорил, что харибхаджан — это не шутки. Харибхаджан is not a matter of joke. Annavilas cannot allow you to. Он не позволит вам. Annavilas cannot allow you to do. Совершать анугати. Annavilas cannot allow you to do anugata. Suppose you have some separate desires. Например, если у вас есть какие-то отдельные посторонние желания, то эти посторонние желания не как-то помешают вам следовать по пути бхакти совершенным образом. Один и вот такие, как корыстные люди, не могут находиться перед гуру вайшнавами. Долгое время они боятся из-за того, что их сердце осквернено. Почему я начал с этого? Поскольку наша жизнь полна проблем, бесчисленных проблем, особенно на пути бхаджана. Множество проблем. Везде, каждую часть секунды. Мы чувствуем. Какие-то проблемы, и вот они, анибхилаши, могут прийти в нашу жизнь в форме честности. В форме морали. Или может прийти в форме благотворительности, или учености, или еще в каких-то других формах. И мы настолько глупы, что не можем понять, как анибхилаш может прийти и осквернить наше сердце. Я всегда думаю, что я нахожусь на коленях моего Гуру Махараджа, что я подобен маленькому ребенку, как ребенок. Как для маленького ребенка, который только родился, его мать единственное прибежище. Если вы так думаете, что ваш Гурупад Падма — это единственная ваша надежда, то тогда я могу надеяться, что вы сможете совершать бхаджан, иначе это очень тяжело.
Бхагаван Шри Кришна говорит, и в Бхагаватам, вот в 11-й песне, Бхагаван Шри Кришна говорит: «Удаве, о Удав, те, кто пытаются совершать Харибаджан, о Удав, те полубоги и все окружающее, оно мешает таким людям совершать Харибаджан. Почему? Хотя вроде какое им дело, но почему они мешают? Все полубоги и прочие окружения, майя и все остальное, они начинают как-то мешать, привлекать чем-то или как-то мешать всяческими путями, что мы вынуждены попасть в их ловушку. Майя Деви делает все, чтобы мы попали в ее сети, и таким образом все время мы чувствуем какие-то проблемы. Полубоги, они так мешают тоже. Но в итоге, когда они обнаружат, что мы следуем Садгуру всем сердцем, 100%, что мы готовы посвятить всю свою жизнь ради Гуру Вишнава, и когда полубоги поймут это, что наша жизнь, она полностью посвящена Гуру Вишнавам, то тогда они не будут нас беспокоить. Они позволят нам, не только позволят, а также будут помогать, чтобы совершать баджан. И вам будет как-то удобно совершать баджан. Может, кто-то может задать вопрос, что мы можем следовать Прахлад Махараджа. Вы сказали, что мы Рупануга Бхакти, мы должны следовать Враджаваси. Да. Я сказал. Прахлад Махарадж – наша Гуру-Вага. Поскольку Прахлад Махарадж следует Бхагавад-дхарме на 100%. И те, кто следует Бхагавад-дхарме, они все наши Гуру-Вага. Но Прахлад Махарадж, после этого можно думать, кто еще есть из нашей Гуру-Варги. Я отвечу на ваш вопрос. Что мы обретаем от Прахлад Махараджа? Достаточно ли этого? Или нам еще что-то нужно? Я не говорю так. Что я хочу сказать? Нартам Такур говорит, что мы следим пути Махаджанов. Несомненно, мы следуем, но вот все наше предыдущее гуруага, настоящее гуруага, мы должны понять, что Прахлад Махарадж хочет сказать нам, и остальные махаджаны гармонизировать их учение. Что Рупа Госвами Пад, Дива Госвами Пад хотели донести до нас с Санатана Госвами. И в итоге Бхактивинода Такур, что он хотел сказать нам, Шрила Прабхупад. И вот здесь говорится, что Нартам Такур, он вот здесь отвечает на ваш вопрос, это все ли это? То есть имеется в виду то, что мы услышали от Прахлада, это все это наивысшее или еще что-то есть? То, что мы обрели от Прахлада Махараджа, это называется Бхагавад-дхармой. И в этой Бхагавад-дхарме, Брихат Бхагаватамрите, которую мы обсуждаем, там приводится сравнительный анализ Бхагавад-дхармы, поскольку Юдхиштхира Махарадж, он следует Бхагавад-дхарме, Прахлад Махарадж тоже следует, Дхрува Махарадж следует. Джанак Махарадж следует Бхагавад-дхарме, все следуют Бхагавад-дхарме. И те, кто следует
Бхагавад-дхарме есть какие-то сравнения. Можно их сравнить, как Прохлад Махарадж совершает баджан и все остальные. И вот Юдхиштхир Махарадж, Хануман, все они. Можно найти бесчисленные варианты Бхагавад-дхармы, как они следуют. И вот в итоге мы можем так дойти до Рупа Госвами Пада, Джива Госвами Пада, Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады. И вот сейчас можно вспомнить, много раз я говорил раньше, что Рамануджа Ачарья нам дал, он тоже представитель Бхагавад-дхармы, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка Ачарья. Все они принесли Бхагавад-дхарму, но кто-то может превратно меня понять. Поскольку я вынужден сказать так, что то, что принес Рамануджа Ачарья, Мадхвачарья, это очень хорошее, но это не все. После этого, когда Рупа Госвами Пад пришел, Джива Госвами Пад, Санатана Госвами Пад, мы обрели полное. Когда Шрила Бхактивинода Тхакура пришел, Шрила Прабхупад, он принес нам полную Бхагавад-дхарму. И сейчас кто-то может спросить, после того, как Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати ушел, да, какие-то, может ли кто-то в будущем прийти, кто может дать больше, чем Шрила Бхактивинод и Шрила Прабхупад? Нет, такого не может быть. Почему? Я могу привести свидетельство этого. Я ничего не говорю без доказательств. И весь этот мир, он находится в... Он... В общем, весь мир, он обманут. Какие-то ачарьи, ну, да, люди, заявляющие, что не ачарьи, они просто обманывают людей. То, что мы обрели от Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады, Рупа Госвами Пада, это наивысшее. И наивысшее не значит, что имеет какой-то лимит, поскольку в Апракрита Джагате в трансцендентном мире наша любовь. В материальном мире наша любовь, она ограничена. Как, сколько мы можем любить Гуру Вайшнавов, но в трансцендентном мире нет ограничений. Наша любовь к Гуру Вайшнавам, она может увеличиваться бесконечно. Читта Ничитамрити говорится об этом. И вот когда Бхагаван Шри Кришна пришел к Гопи, и Бхагаван Шри Кришна не смог понять, какая любовь, какое чувство, какая амрита. Она бесконечна. Когда Гопи смотрели на Кришну, они... Их любовь увеличивалась, и Кришна, когда смотрел на Гопи, он тоже чувствовал счастье, он становился более счастливыми. Гопи, смотря на Кришну, они тоже становились более счастливыми. Такое трансцендентное соревнование происходило Кришна. И вот, видя Кришну, и таким образом, Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, бесконечный поток любви, он увеличился. Не было места. Уже не было места,
куда можно было увеличить эту любовь, но она все же увеличилась в этом трансцендентном мире. Я уже говорил, от целого, если мы от целого отнимем целое, то целое останется. Вот как в этой шлоке. Если мы от пурна-васту заберем целое, то останется также целое. Наше мысли не ограничены, наше мировоззрение ограничено. С незапамятных времен мы заняты какими-то ограниченными. Вещами. И поэтому мы не можем понять, что я хочу сказать. И таким образом, хотя любовь, она уже достигла своего предельного уровня, но все же она увеличивается. И в трансцендентном мире такое возможно. Для материального мира нет. Здесь, в этом материальном мире, все ограничено. Почему я говорю так? То, что мы обретаем от Рупа Госвами, Санатана Госвами, Бхактину Такура, это наивысшее. У меня нет никаких... Я говорю истину, у меня нет цели что-то исказить или обмануть кого-то в шастре. Я говорю то, что описано в шастре. В шастре говорится, что после Гуранга Аватара ничего нет, он наивысший, даже после Рады Говинды. Не смущайтесь, даже после Рады Говинды. Мы знаем, что Рада Говинда — это наивысшая цель, но все же. Даже после Рады Говинды мы думаем о Гуранге, это наивысшее. После Гуранги никого нет, нет никого, кто бы был выше, чем он. Это описывается в шастрах. То, что Гуранга Махапрабху — это наивысшее, аватар — это венец всего. И... Кришна Чайтанья Джагати Парататта Парами. И вот Сиддханта в Чайтанье Чаритамрите такова, что Шри Чайтанья Махапрабху Бхагаван пришел в этой форме. Это наивысшее, после него никого нет. Он высшая аватара. Мы не можем даже ожидать и надеяться, что после Гуранги кто-то придет и какая-то аватара Господа и даст что-то высшее. Нет. Если любому махаджан, который является, они будут, если они настоящие махаджаны, они будут следовать Гуранги Махапрабху, иначе они просто какие-то падшие ачарьи, поскольку Кришнадаска Раджа с вами никогда не нарушал наставление Вриндаванда Стакура, хотя мы знаем, что Вриндаванда Стакура он дал больше, чем Кришнадас Кавирадж. Хотя то, что дал Кришнадас Кавирадж Госвами, это можно сказать, это дальше больше, чем Бхагаватам, его дар, он не превзойден. И следовать сочетанию Махапрабху проще, чем следовать Бхагаватам. Бхагаватам, несомненно, это суть всего Бхагаватамрита. Но Бхагаватам — это Амрита, но все же из этой Амриты наша Гурвага, она собрала главную суть и предоставила нам в таком простом и сжатом виде. Если в будущем какие-то махаджаны явятся, они должны следовать Рупе и Санатане Госвами, Шри Прабхупаде, Бхактивинода Такуру. Конечно, в нашей Гауде Сампрадай. А если они
создают какую-то новую философию, то это, несомненно, падшие люди. Мы не можем ожидать, что кто-то скажет что-то большее, чем принесли Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур. Шри Чайтанья Чайтамрита, мы видим, что мы... Шрила Прабхупада много раз говорил, чтобы мы говорили о милости, о высочайшей милости Шримана Махапрабху. Это наша высшая цель проповеди. Шрила Прабхупада много раз говорил, какова цель нашей проповеди. Кто-то под именем проповеди рассказывает о всяком Рагануга Бхакти, но Шрила Прабхупада сказал, что наша проповедь, мы должны говорить о милости Гуранги, наша цель, цель нашей проповеди распространять милость Гуранги. Много раз Шрила Прабхупада говорил об этом, что мы делаем. Мы, Гауди, наша цель распространять милость Гуранги. Парататтва значит, пара значит абсолютная таттва. Парататтва значит абсолютная таттва. Читание Чайтамриты говорится, наивысший лимит парататтва — это Гуранга. Но все же Гуранга, он сам по себе бесконечность. Мы можем сказать, что наивысший лимит парататтва — это Гуранги, но Гуранга, он сам по себе бесконечен. Но Гуранга Махапрабху, его любовь, его все, оно все бесконечно. И здесь в Чайтанья Чайтамрите говорится. Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что такая любовь, такая бхава, такой викар, такое чувство премы, оно никогда не встречалось раньше. То, что находится, то, что можно было наблюдать во время Гуранги Аватара, такое чувство, высочайшее чувство божественной любви, оно никогда не наблюдалось раньше. И я сейчас возвращаюсь к началу. Прахлад Махарадж, он наш Бхагават Дхарма Гуру, Прахлад Махарадж, он следует Бхагават Дхарме. Юдхиштхир Махарадж следует Бхагават Дхарме. Различные варианты, как Бхагаван проверяет своих преданных. Бхагаван, он бесконечность, его форма бесконечна, и Бхагаван хочет проверить нашу бхакти, нашу степень любви к Шри Кришне, насколько сильно мы любим Кришну. Может быть бесчисленное число преданных, и Бхагаван всех хочет проверить, насколько они любят Бхагавана. И те, кто любит Кришну, Кришна, он очень заинтересован в том, чтобы обретать, проверять вкус нашей любви, то, как сильно мы любим его. И таким образом можно найти множество вариантов, как различные преданные относятся к Кришне, их степени, их чувства. Как Хануман, например, какое чувство он имеет Бхагавану, и другие преданные. И Нарисимхадев, он очень любит Прахлада. И Нарисимхадев говорит, вы пример. Если кто-то спрашивает, мы хотим увидеть пример, как, кто пример твоего преданного.
И вот если кто-то спрашивает, кто хочет, он Нарисимха хочет увидеть пример его преданного, то сказать, что Прахлад, он идеальный пример преданного. Вот как в этой шлоке. И вот Прахлад Махарадж, он не корыстен. Если Прахлад Махарадж был бы корыстен, он мог бы просто наслаждаться жизнью, ничего не делать. Как его отец Хираньякашипу, он завоевал все миры и наслаждался этой независимостью и суверенитетом над всем. И Прахлад Махарадж тоже мог последовать ему, но нет, он последовал пути Вишну Бхакти. И вот вначале я хочу ответить на ваш вопрос. Прахлад Махарадж, он Бхагавад-дхарма гуру, несомненно, но это Бхагавад-дхарма, ее уровень доходит до Рупа-нога Бхакти, до Рупа Госвами, до Санатана Госвами. Санатана Госвами сам говорит, что я Рупа-нога. Но Санатана Госвами, он гуру Рупа Госвами Пада. Кто гуру Рупа Госвами? Точнее, Санатана Госвами, кто может сказать, почему? Мы, кто-то занят гуруизмом, всяким капитализмом и прочим. Но те, кто любят Гурудева по-настоящему, они не говорят о том, что они чьи-то ученики. Их жизнь сама по себе, она сияющий пример Бхагавад-дхармы. Они не ходят и не кричат, что они там ученики великого гуру. Кто знает, кто Гурудев Санатана Госвами? Брат Сарвам Бхаттачарьи в виде Вячеспати, его города Санатана Госвами. И вот этот виде Вячеспати, он получил дикшу от него. Шри Чайтанья Махапрабху дикшу ему не дал. Но он получил дикшу от этого виде Вячеспати. Как брихаспати есть, этот вачаспати. И вот он подобен такому богу образования. И он очень образован. И таким образом, в тот день я сказал, что Маду Пандит, о Маду Пандите вот информации особо нету. И вот кто-то говорит, что Маду Пандит, он ученик Джанавата Курани. Кто-то говорит, что он ученик Гададхара Пандита. И вот мы следуем Прахлад Махараджа, поскольку если у нас есть 100 рупий, то 10 рупий. Естественно, что у нас есть эта простая логика. И вот если мы следуем Санатане Госвами, Рупа Госвами Пада, то естественно мы следуем Прахлад Махараджа. Это естественно, это поскольку Бхагавад-дхарма пришла от Прахлада к ним. И что плохого в этом? Но Нарота Мтакур, он дает нам очень важное учение. Путь, показанный Махаджаной, мы можем следовать ему, но мы должны, но путь предыдущего Махаджана и следующего, и настоящего, они должны совпадать. Те, кто следует Рупа Госвами, Санатане Госвами совершенным образом.
И вот Нарутам Такур говорит, наша настоящая Гурувага и настоящая, мы должны видеть гармонию в них. И поэтому я могу следовать Прахлад Махараджа. Поскольку если я не буду следовать Прахлад Махараджа, то нет вероятности, что мы будем следовать Рупе Госвами Пада. Кто-то может сказать, что Прахлад Махарадж слишком простен, просто нужно более высокую философию изучать, но это глупо. Кто-то хочет приступить к учению Гуранги, как можно видеть на примере Махапрабху, что он просил Гададхару снова и снова читать ему главы с Бхагаватам о Друве и Прахладе Махараджа. Друва Чаритра и Прахлада Чаритра. Вот Махапрабху просил его опять читать Прахлада Чаритра, Друва Чаритра. Хотя тот уже несколько раз читал их, то Махапрабху хотел снова и снова слушать о них. Смотрите, Махапрабху не говорил ему, чтобы тот читал ему о Гопи, Радхарани и прочих расалилах. Нет. Это так люди обычно, бесстыжие люди так говорят. И вот Гуранга Махапрабху говорил об этих сокровенных лилах внутри Гамбхиры. They like to project himself. I am the great. So Prahlad Maharaj is our guru. И вот Прахлад Махарадж, он наш гуру, но все же мы должны следовать Прахлад Махараджу. Мы вынуждены следовать Бхактивинода Такура, Шри Прабхупаде, Дживи Госвами Пад, Вишванатха Чакраварти Пада. Мы должны им следовать иначе. Мы не сможем достичь нашей цели. Какова наша цель? Как Гауди, наша цель достичь лотосных стоп Гуранги. Мы хотим служить ему. И вот Прахлад Махарадж говорит, Prahlad Maharaj is not selfish. Prahlad Maharaj speaking, Prayeno Deva Munayo Sabhi Mukti Kama. Prahlad Maharaj speaking. И вот Прахлад Махарадж говорит. Very usually we can see. И мы можем видеть, что Прахлад Махарадж обычно. Usually we can see that those что те, кто хотят совершать баджан, they are doing bhajan for their own self. Они совершают баджан для самих себя. Они избегают всяких обществ. Нас с вами хотят уединиться в каких-то уединенных местах, чтобы сконцентрировать свой ум на баджане, на уединенное место. Значит, находиться вместе с чистыми гуру вайшнавами. И Прахлад Махарадж говорит такие слова тут. И ради... Вот люди, которые пытаются уединиться, избавиться от всех проблем, но Прахлад Махарадж говорит, что я не... Я не столь корыстен, я не столь эгоистичен, и поэтому, Господи, если ты хочешь даровать мне милость, то, пожалуйста, благослови этих детей демонов. И в Гурукуле множество детей. There are so many boys. They are reading with Prahlad Maharaj. Они изучают, учатся вместе с Прахладом. Prahlad Maharaj, when и Прахлад Махарадж, когда встретился с ними. When Prahlad Maharaj was sent to Gurukul. И когда Прахлад Махарадж был отправлен в Гурукулу с этим своим Хираньям Кашипу, то в то время множество было демонов, они тоже учились там. Прахлад Махарадж
он говорил Харикатху о Бхагавад-дхарме. И вот Прахлад Махарадж говорил: о дети асуров, вы не должны быть заняты материальными наслаждениями. Шукам индриякам дайтья, дехо йогена дехина, шарватра лаббаде яснад, ятха дукчам аятната. You are not inviting any problem in your life, you are inviting problem. Не нужно, как, например, вы не приглашаете никакие проблемы в свою жизнь, они приходят. Никто не специально не зовет никаких проблем в свою жизнь, но Прахлад Махарадж говорит, без всяких проблем. Мы не столь глупы, чтобы приглашать вас звать проблемы в нашу жизнь. И также Прахлад Махарадж говорит, проблемы приходят сами по себе, без приглашения. И также все материальное наслаждение, но тоже приходит к нам. То, что по нашей судьбе должно прийти к нам, оно приходит. Как кому-то. И вот Прахлад Махарадж говорит, как все проблемы приходят в нашу жизнь без наших на то просьб, так и все радости, наслаждения, они также приходят в нашу жизнь, они имеют одинаковую природу, как история была, один парикмахер. Здесь вот Сварна Вихари очень бедно выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Они 60 раз по 100 тысяч, сколько? 6 миллионов. Аналогию называли. И вот еще я слышал, вот Махараджа был сосед. Сосед был, у него было 6 собак с разных стран, и каждой собаке была выделена комната отдельная. Причем собаки были северные, в Индии жара, нужно было холодильники для них организовывать. И вот он организовал вот эти условия климатические, чтобы собаке не жарко было. Здесь поваров для всяких учителей, для собак и прочий персонал. То есть можно посмотреть, люди хуже живут, чем собаки. И вот этой собаке очень так удачливо. И Прахлад Махарадж говорит, как без всяких приглашений все проблемы приходят к нам, такие радости, они тоже приходят к нам, и прочие наслаждения. И вот Прахлад Махарадж говорит, не думайте, что вы начнете харибаджан, когда вы станете старыми. Прахлад Махарадж говорит, Бхагавад-дхарма, мы должны начать Бхагавад-дхарму с самого раннего возраста. Даже перед с 5 лет можно начать, или раньше даже. Прахлад Махарадж говорит, не думайте, что вам всего лишь 4-5 лет и слишком рано начинать Бхагавад-дхарму. Вот когда обучимся, повзрослеем, там
работу найдем, пятое, десятое, женимся там, детей родим, и потом начнем. Нет, те, кто по-настоящему разумны, они начинают следовать пути Бхагавад-дхармы с самого детства, как можно раньше. И вот сейчас мы будем говорить об учении и о жизни Прахлада Махараджа. И вот Прахлад Махарадж был отправлен в Гурукулу, но это учение, но материальное. Они изучали экономику, социальную науку всякую, политику. Но Прахлад Махарадж не принимал все это. Но все же Прахлад Махарадж не оскорблялся и их не оскорблял. Гуру. Шанду и Амарко. И вот сын Шукрачарьи, Прахлад Махарадж, он своих этих гуру не оскорблял, но следовал Бхагавад-дхарме, их не слушал. Внешне он делает, что учится у них, изучает экономику, социальную науку, политику. Но Прахлад Махарадж сердцем ничего не принимал. Он просто сидел на их лекциях и слушал, но сердцем не принимал ничего. А почему? Потому что Прахлад Махарадж думал, что они не мои гуру. Мой гуру Нарада. Когда Прахлад Махарадж он был в чреве своей матери, то в то время он слышал о всей Бхагавад-дхарме Нарада. Когда Индра, он хотел забрать его мать Каятху, и когда Индра Махарадж хотел забрать Каятху, он встретился с Нарадой. Нарада спросил, что он делает. Не должен этого делать. Оставь ее. Индра сказал, хорошо, пускай уходит. Но я хочу, чтобы ребенок родился. Вот я его убью, а ее отпущу. Поскольку Хираньякашипу, он оплодотворил ее своим семенем, и эти дети Хираньякашипу наверняка такие же демоны будут, как он. Поэтому я его на всякий случай убью и ее отпущу. И Наруда сказал, что внутри чрева этой женщины Каятху не какой-то обычный демон, не какая-то обычная душа. Там великий преданный Бхагавана. И пускай живет. И после этого Индра Махарадж он позволил этой Каятху уйти, и наш Нарада, он взял Каятху и увел к себе в ашрам, там говорил Харикатху, рассказывал о Бхагавад-дхарме. И в то время Хираньякашипу был на Мандарачале, совершал аскезы. И вот в то время Hiranyakashipu went to Mandarachala to do, you know, tapasya and penances. After that, you know everything. И потом, что after случилось, мы знаем. И вот совершая аскезы, он встретился с Брамой, он совершал баджан Браме.
и Брахма не мог видеть его тело, поскольку его тело было съедено этими червями, уже он совершал баджан, и таким образом Брахма пришел, не увидел его сначала, потом окропил свои командалы, и потом Хираньякашипу свое тело восстановилось его после того, как Брахма окропил его командалы, водой из командалы. И он хотел получить благословение от Брахмы, чтобы никто не мог убить его. И таким образом эти демоны совершают аскезы, но их аскезы ради какой-то корысти. И сегодня они совершают аскезы, поскольку в будущем хотят наслаждаться большей силой, большим могуществом. И вот эти демоны также могут совершать аскезы, но какое дело нам до них? И вот Махапрабху говорит, что Чайтанья Чаритамрите, даже демоны, они могут совершать аскезы, и какое благо, что толку от этого? Демоны асуры совершают аскезы, но что толку? И вот когда он вернулся с Мандрачала, Хираньякашипу стал более опасен. И тогда он отправил Прахлад Махараджа в Гурукулу с той целью, чтобы он получил какое-то образование. Но когда Прахлад Махарадж пришел к Гурудеву, к своему отцу, со своим материальным гуру, к своему отцу. И вот они привели этого Прахлада, чтобы проверить его. И вот они привели Прахлад Махараджа чтобы Хираньякашипу посмотрел, насколько хорошо они его выучили, как-то их отблагодарил. И вот Хираньякашипу с огромной любовью взял Прахлада к себе на колени и спросил: что ты узнал от своего гуру? Что хорошего ты узнал? Я хочу услышать об этом. И Прахлад Махарадж сказал. Такие слова. И Прахлад Махарадж сказал: я думаю, что эта жизнь полна беспокойств. И оставить эту беспокойную жизнь, если кто-то сможет отправиться в уединенное место, чтобы совершать харибаджан, оставив все эти проблемы, я думаю, что это очень хорошо. И вот Прахлад Махарадж говорит: о лучший из демонов, Прахлад Махарадж, он выражает почтение Хираньякашипу. Таким образом, Прахлад Махарадж говорит: Асуря Варджа, не говорит отец, а говорит лучший из демонов.
ты лучший из асуров. И вот Хираньякашипу думал, что это уважительно. И вот Хираньякашипу подумал, что мой сын очень сведущ, очень учен, такой высокий титул мне дал. Но Вишвана Чакравати, он в комментариях к Бхагаватам пишет, что те, кто саду, они смеются. Когда Прахлад Махарадж сказал: «О, Сурья Варджа, о, лучший из демонов». Но Асури Варджа, лучший из демонов, можно также понять, что худший из всех асуры — это представители раджа-гуна, тамагуны, всего невежества. И лучший из всего этого невежества, значит, худший из всего хорошего. Но Хираньякашипу, он обрадовался, услышав такие слова. И вот суть в том, когда Прахлад Махарадж сказал так, что эта жизнь полна беспокойств, и оставив эту беспокойную жизнь, если кто-то собирается отправиться в уединенное место, кто-то думает, что уединенное место — это... То есть кто-то думает, что если куда-то уйдет в лес, в какое-то уединенное место и будет совершать там баджан, то это не, далеко не так, поскольку ваш материальный ум, он пойдет с вами, от него просто так не избавиться. И вот там, в этом уединенном месте, вы окажетесь на один с вашим материальным умом, и ваш ум будет беспокоить вас. Физически уходить в уединенное место не столь мудро, поскольку ваши органы чувств и ум, они не под вашим контролем, и поэтому если вы физически куда-то уединитесь, то все равно проблемы останутся те же самые, поскольку ум не... вы не обуздали свой ум. И вот Прахлад Махарадж говорит, что уединенное место значит находиться вместе с саду, слушать Харикатху. И уединенное место также значит, когда мы там, где мы не можем, а там, где мы можем избавиться от влияния майи. И вот настоящее уединенное место, там, где майя и раджа, тама, сатвагуны не будут влиять на нас, это саду-санга. Если мы в уме сможем совершать саду-сангу, то это очень поможет нам. И вот когда Прахлад Махарадж, он сказал, что Хираньякашипу, он очень обрадовался, услышав такие слова. Прахлад Махарадж говорит, из-за влияния звезд все люди чувствуют какие-то беспокойства. Например, в вашей жизни Сатурн, иногда Венера беспокоит, иногда Сатурн, иногда еще кто-то. И вот всякие проблемы из-за влияния звезд, они могут мешать нам. И вот в соответствии с астрологией, все наши действия, они контролируются звездами. Только чистые преданные. Они не находятся под контролем каких-то звезд. Они находятся под контролем Кришны. А все остальные обычные люди, они постоянно находятся под контролем всяких звезд. И таким образом Прахлад Махарадж говорит, Хираньякашипу очень разгневался. Хираньякашипу очень разгневался и сказал этим гуру, что вы делаете, почему, чему вы его учите.
Но эти голос Гурукула сказали: «О царь, поверь нам, мы не учили ему, мы не учили его Вишну Бхакти, откуда он тогда это узнал? Мы не знаем, как, откуда, но точно не мы, не гневайся на нас». «О царь, твой сын говорит то, что он говорит, это внутри, внутри него, мы не учили ничего подобного автоматически, это с ним происходит, и поэтому не гневайся на нас». «Найшарги» значит, это естественно, это там внутри его, это самскара. Это самскара внутри его, мы не учили ему, не учили его ничему подобному. И опять Хиранья-Кашипу говорит: «Сейчас забирайте, научите достойно». И вот они пошли. Опять учить Прохлада и спрашивает, откуда ты узнал этому, никогда не учили тебя этому. И Прохлад Махарадж сказал: «Благодаря могуществу той божественной реальности, весь этот мир, он контролируем этим божественным началом, я получил это знание от него. Я не получил это знание ни от кого. Здесь Прохлад Махарадж, он узнал о Бхагавад-дхарме, когда он был в чреве матери. Его мать, хотя слушала, все забыла, но Прохлад Махарадж все запомнил. И вот хотя Нарада, он говорил Харикатху о Бхагавад-дхарме Каятху, но цель была в том, чтобы ребенок, который находится внутри его чрева, внутри ее чрева, и вот Прохлад Махарадж, он вспомнил и запомнил всю эту Бхагавад-дхарму, будучи в чреве матери. И через какое-то время Шандаямарка, они подумали, что Прохлад уже достаточно зрел, можно опять его привести к царю, и вот они пошли Прохлада, привели к царский двор. И когда Хиранья-Кашипу спросил Прохлада, что же ты узнал, и Прохлад Махарадж начал говорить вот такие слова: И вот Прохлад Махарадж начал говорить о девяти сложных бхакти. Когда он начал говорить, если кто-то совершает нававидха бхакти, девяти сложные бхакти, इति पुंसार्पित भक्तिश्चेत् नवलक्षणा क्रियेतो भगवति अध्या तन्मन्ने अधितम उत्तमम् प्रह्लाद महाराज स्पीकिंग. И вот Прохлад Махарадж говорит, если кто-то изучил девяти сложные бхакти, इति पुंसार्पित, इति पुंसार्पित, पुंस माने एनी जीवात्मा, इति पुंसार्पित भक्तिश्चेत् नवलक्षणा. Если девятисложные бхакти кто-то
совершают в адрес лотосных стоп Бхагавана. Я думаю, это лучшее. Я думаю, это лучшее из образования. Прохлад Махарадж говорит, я думаю, это лучшее из образования. И вот когда он сказал так, то Хираньякашипу был очень разгневан, как змея. Если на змею наступить, или палкой как-то задеть, то змея крайне гневается. И вот так же Хираньякашипу взял, скинул Прохлада со своих колен. И Прохлад Махарадж упал на землю, но не чувствовал никаких проблем, поскольку он всегда думал о лотосных стопах Бхагавана и не беспокоился. Прохлад Махарадж, у него не было страха, ничего, хотя его так вот глубоко выкинули, и Хираньякашипу дал указания. Этих демонов, которые работали на него, чтобы не пошли, убили его. Хираньякашипу приказал его пойти и наказать. И вот они пытались его убить этим ножом, этим копьем и прочими методами. Пытались как-то убить, но ничего не получилось. Но Прохлад Махараджу никакого вреда это не представляло. Прохлад Махарадж, он не какой-то материальный человек, и поэтому любые виды наказания Прохлад Махараджа хотели скинуть с горы, со скалы в море. Но Бхагаван, он спас его. Это в Южной Индии было, в Вайзак, место называется. Там Джио Нарисимха. И вот когда Хираньякашипу скинул Прохлад Махараджа в океан, то Бхагаван спас его. И когда Хираньякашипу пытался отравить его, это место Пана Нарисимха зовется. Это в Южной Индии, там, где этого... Прохлада пытались убить, и там Нарисимха только пьет этот щербет, напиток. И вот там всем преданным предлагают его также. И это то самое место. Ахо Нарисимха есть. Это то место, где Хираньякашипу поместил Прохлада в пещеру. Когда Хираньякашипу поместил Прохлада в пещеру и камнем закрыл, чтобы тот помер там. И вот закрыли его так в пещере, придавили камнем, чтобы Прохлад Махарадж не вышел, но все же Прохлад Махарадж не беспокоился и не умер. И все попытки его убить были бесполезны. И вот Хираньякашипу хотел сжечь его, как-то навредить его и ему, и поэтому поместил Прохлада на колени своей сестры. Харика ее звали. У нее было благословение, что
огонь не мог сжечь ее, и поэтому попросили ее. И вот попросили ее посидеть в огне, чтобы ее огонь как бы не жег, а прохлада сжег бы, по идее. Но случилось наоборот. Она сгорела в огне, а прохлады ничего не было. И вот в нашем детстве тоже была система такая. Перед Холи была тоже такая традиция, это Харику сжигать вот на день вот, перед Гуру Пурнимой. И вот этот план Хиранякашипу тоже не замечался успехом, а случилось все наоборот. Прохлад Махарадж остался жив, а это сестра его сгорела. И Хиранякашипу он подумал: не могу его убить, что же делать, в чем проблема? Я пытаюсь его убить, но бесполезно. Может, я сам буду убит в ближайшем будущем, поскольку я сам не могу ничего сделать ему. Но Хиранякашипу не понимал. Я на хинди буду говорить об этом. И вот там Хиранякашипу он не понял, поскольку в материальном мире отец, мать, друзья и прочие, они думают, что мы объект их наслаждения. В материальном мире такая система. Муж думает, что жена – это объект его наслаждения. Муж думает, что жена наслаждается, жена мужем, родители детьми, дети родителями наслаждаются. И вот таким образом мать думает, что вы... И вот весь мир, если мы посмотрим, не сможем найти никаких чистых таких отношений. Везде как какие-то корыстные интересы. Отец думает, что дети будут зарабатывать деньги для него, содержать в будущем, в старости. И эти дети думают наоборот. Таким образом, вот мой отец, например, не позволял мне баджан совершать, поэтому из дома пришлось уйти. Вот такая система. Все пытаются как-то наслаждаться жизнью, и Хиранякашипу он... Он тоже не понимал, что Прохлад Махарадж – это не объект его наслаждения. Прохлад Махарадж – он преданный, он гуру. И Хиранякашипу думал, что это объект его наслаждения, но нет. Прохлад Махарадж – это его гуру, хотя ему всего 5 лет, но все же он гуру. Гопал гуру – тоже гуру. Возраст не столь важен. Хиранякашипу не мог понять это. Хиранякашипу не понимал, что Прохлад не может быть убит. Хиранякашипу не понимал, что Прохлад не может быть убит. А почему? Что такое Прохлад? Значение Прохлад каково? Прохлад значит пра плюс если лад. Лад значит радость. Про значит совершенное. Про лад
И вот прохлад, значит, такая совершенная радость. Абсолютная радость. И вот такую радость, такое счастье невозможно убить. Обычное материальное наслаждение, но пока мы во всей своей жизни мы наслаждаемся чем-то, но это наслаждение, мы можем наслаждаться год или дольше такое. Наслаждение наше не длится долго. Кто-то ходит в какие-то увеселительные заведения, тратят кучу денег. Но продолжительность этого наслаждения очень кратка. Любое наслаждение мы можем посмотреть на нашу жизнь, попытаться найти что-то. Но это очень, это наслаждение очень коротко. Но вечное наслаждение, прохлад, он... Прохлад, он... Не тот, кто сделан из плоти и крови. Прохлад Махарадж, он олицетворение радости. Хиранякашипу, он не понимал этого. И вот он пытался его всячески убить, но все было бесполезно. И так или иначе, это учение Прохлад Махараджа очень обширно. И вот когда Нарисимхадев явился, он исполнил все возможные обещания, которые обещал Прохлад Хиранякашипу. Как никто не может. Брама ему пообещал, что он вынудил Браму пообещать, что никто из его творений не убьет, никаким оружием его не убьет, этого Хиранякашипу. Ночью его не убьет, днем не убьет. Никто из тех, кто сотворен Брамой, не сможет убить ни внутри помещения, ни снаружи. И вот он таким образом выпросил различные благословения. Он хотел, он сначала просил бессмертия, но Брама сказал, что сам смертен, и поэтому ничем помочь ему не может. Ну, и тогда Хиранякашипу пытался обдурить Браму, просить, чтобы вот так не убили, и так, и так, и так. И... И вот Хиранякашипу так аккуратно хотел получить то, к чему стремился, и в итоге был убит таким образом, что ни одно обещание Брамы не было нарушено. Бхагаван Шри Кришна явился перед Бхагаван в форме Нрисимхи. Он явился перед ним. И вот в Брама Самхите такие слова говорятся. Весь мир, он поклоняется Нрисимхе. Можно пойти увидеть в материальном мире, все поклоняются Ганеше. Почему? Поскольку знают, что Ганапати даст денег, какие-то материальные блага, но они не знают изначальный источник. Откуда? Этот Ганапати обрел свою силу,
чтобы избавить нас от тех проблем в нашей жизни. Откуда это? Ну, в Брахма-самхите говорится, поскольку Ганапати Махарадж, он обрел лотосные стопы Нрисимхи на свою голову. В Пуранах описывается это. Наш Ганапати Махарадж, он поместил лотосные стопы Нрисимхи на свою голову. И, взяв его лотосные стопы к себе на голову, и вот люди верят, что Ганапати Ганеш может избавить от всех материальных проблем, но эта сила, эта способность к Ганешу пришла от Нрисимхи. И таким образом вот иногда кто-то спрашивает, что мы Рагануга преданные, зачем нам поклоняться Нрисимхадеву? Но вообще вопрос больше. Ответ долгий, но я кратко расскажу. Даже наш Гуранга Махапрабху, не забывайте, думайте, что вы достаточно зрелы, а Гуранга Махапрабху никто. Но если вспомнить Махапрабху, когда он шел в Южную Индию, то что он повторял такие слова? Почему? Кто-то спрашивает, почему? Поскольку Южная Индия, она полна майявады. И Махапрабху дал нам урок. Мы не можем... И вот я начал это с того, что множество бесчисленных проблем на пути нашего баджана. Есть множество проблем, кто может избавить нас от всех этих проблем. Нарисимха. Нарисимхадев может избавить нас от всех возможных проблем. И поэтому мы должны поклоняться ему, чтобы устранить препятствия на пути баджана. Зачем поклоняться? Кто-то спрашивает, зачем поклоняться Шанкару, Шиве, Нарисимхе. Шрила Прабхупад и Кеша Махарадж приводят такой пример, они подобны Джекфруту. В карбид, если поместить манго или джекфрут в и вот под действием этого карбида эти фрукты быстро созревают. Такой химический способ, чтобы фрукты соспели. И вот Кешав Махарадж приводит такой пример в незрелом виде. То есть если кто-то, будучи в незрелом состоянии, хочет достичь зрелости, то такие люди, они не хотят лезть на дерево, чтобы сорвать фрукты, а хотят как-то допрыгнуть туда, куда еще не стоит прыгать. То есть такие люди не ждут, пока эти фрукты соспеют, а пытаются всячески перепрыгнуть через что-то. Even before standing here, it is written in Bengali, you can go through Bhajan Rasa. It is written. Even before climbing the tree, yeah, in ground, you can get all fruits readily, now, immediately, before getting in a mature. So Guru Padma used to be Guru Padma, он говорил, всегда уделял внимание Нарисимхачатая душе. Шрила Кешава Махарадж, Шрила Шанта Махарадж, вся наша Гурварга, Нарисимхадев, если они не благословят нас, Нарисимхадев, значит, он может избавить нас от всех проблем. Под руководством Гурдева,
если мы... А если мы пренебрежем нашим Гурудевом, то никакой милости от Брисимхи не получим. Только тогда, когда мы будем следовать Гурудеву, Брисимхадев поможет избавить нас от препятствий на этом пути. И также в его шлоке есть такие слова. На языке Нарсимхи пребывает Сарасвати. Это не материальное Сарасвати. Это Вайкунтха Сарасвати. И вот на языке Нарсимхи пребывает Сарасвати на груди Лакшми. Прохлад Махарадж дал нам очень обширное учение, но времени мало обсуждать его все. И вот есть много примеров, много, которые дал нам Прохлад Махарадж. Я еще расскажу несколько, когда Нарсимхадев явился. Поскольку Хираньякашипу бросил вызов Прохлад Махараджа. Где твой Господь? Если ты защищен, то где? Почему я не могу увидеть? Мой Прабху, он везде. Как везде? Он везде сущ. Да, Прохлад Махарадж говорит. Почему же не могу видеть его здесь, в этой колонии? Да, он там. Как если в этой колонии? Да, есть. И этот Хираньякашипу ударил колонну. И эта колонна сломалась, и Нарсимхадев явился из нее, и в Бхагаватам говорится. Говорится такие слова, что мой преданный никогда не говорит лжи, и чтобы доказать это, Нарсимхадев явился из этой колонны. Также, поскольку Господь там, Господь Нарсимха в каждой пылинке, он пребывает. Хираньякашипу явился. Хираньякашипу не мог понять, кто он, получеловек, полулев, что за зверь. И так или иначе, ее тело сияло. И настолько сияло, что Хираньякашипу был затмен этим сиянием Нарсимхи. Хираньякашипу не был черным. А этот Хираньякашипу... Прохлад Махараджа был темным, а этот Хираньякашипу светлым. Ну, смотрите, тело его такое было беловатое. И в Бхагаватам говорится. А Хираньякашипу золотого цвета был. Но демоном был. Хотя выглядел он прекрасно, но был демоном все же. И вот когда Хираньякашипу не мог понять, что это, он вынул свою шпагу и хотел как-то побороть это странное создание. И в Бхагаватам говорится. И от Нарсимхи исходило сияние, когда он прыгнул
на Нарисимху, чтобы бороться с ним, то его, он пропал из вида. И в итоге Нарисимхадев взял Прахлад Махараджа на колени, не внутри, а и он поймал этого Хираньякашипу, причем поймал не внутри комнаты, не снаружи, не днем, не ночью, а в сумерке. И сел он тоже на пороге. И вот он и убил его не, тоже никаким оружием, а разодрал когтями. И внутри наших сердец тоже Хираньякашипу находится. И ибо сегодня мы хотим с помощью Нарисимхадева мы хотим выкинуть Хираньякашипу из нашего сердца. И как долго Хираньякашипу будет находиться в нашем сердце, мы не сможем совершать харибаджан. Хираньякашипу, он будет гнать вас в сторону того, чтобы вы собирали деньги, наслаждение, славу и прочее, стремление к этому без связи. Как можно видеть, некоторые люди говорят о каких-то лекциях, но о чем-то, а сами этому не следуют. Я много раз говорил, что мы не должны говорить о том, о чем, что мы не понимаем. Вначале мы должны совершать баджаны и чувствовать, и тогда мы можем поделиться с чувством своего сердца с другими, не сейчас. И вот таким образом исполнив все условия, Хираньякашипу был спасен. А точнее, Хираньякашипу был убит, и весь мир спасен. И после этого Нарисимхадев вытащил его внутренности и украсил себя как гирлянды. И все испугались. Now, vital point I like to touch because time cannot permit. In Hindi katha and Bengali katha also I can discuss some point which I cannot discuss now. Prahlad Maharaj. И Прахлад Махарадж. Он бесстрашен, поскольку когда мы можем стать бесстрашными, если я спрошу вас. Когда вы сможете стать бесстрашными, тогда, когда у вас не будет посторонних желаний, пытайтесь понять. Мы можем стать бесстрашными тогда, когда наше сердце свободно от всяких желаний. Когда наше сердце полностью чисто и нет никакого вожделения, то тогда мы сможем стать могущественными, а если есть какое-то разделение, то мы не сможем стать столь могущественными. Вчера я говорил. Внутри, если кто-то в тот момент, когда мы выгоним все вожделение из нашего сердца, Висанья Пхилаш и Кхакамо, то в тот момент мы обретем силу могущества Бхагавана, мы станем трансцендентными, бесстрашными, но не перед этим.
И вот наш Нарисимхадев говорит, Прахлад Махарадж не боится, но даже Брахма боялся, и Индра, Варуна, Шанкар, никто не смел подойти к Нарисимхе. И Лакшми попросила Прахлада, чтобы он пошел и успокоил Нарисимху. И в итоге что случилось? Прахлад Махарадж был отправлен Хьяранья-Кашьяпу, и Брахма сказал: «Мой сын, иди к успокой Нарисимху». Прахлад Махарадж, он пошел к Нарисимхе без всякого страха, и Нарисимхадев он поместил свою лапу на голову Прахлада. О, Прахлад, я очень доволен тобой. Проси любое благословение, поскольку я тот, кто дарует благословение. Бхагаван, он изначальный источник всех благословений. Если мы получаем от кого-то Брахмы, Варуна, Шанкара, то это все исходит из Верховного Господа. Вот Нарисимха сказал, что я лучший из тех, кто может благословить. И Прахлад Махарадж сказал, что наши отношения безупречны. Почему ты просишь, чтобы я что-то попросил у тебя, мне ничего не надо. Ты явился ко мне, это более чем достаточно. Нет, Прахлад, все же проси что-то, я пришел ради тебя. И вот Прахлад Махарадж, чтобы выразить почтение Нарисимхе, сказал: у меня нет никаких корыстных желаний. Я твой слуга, а ты мой Господь. И я не хочу, чтобы наши отношения чем-то осквернялись. Но поскольку ты просишь, я попрошу. Такого благословения, чтобы никаких желаний посторонних не возникало в моем сердце. Благослови меня на это. Чтобы никаких даже запахов посторонних желаний не возникало в моем сердце. Прахлад Махарадж очень умен, что попросил такого. И вот. И также он сказал, что мой отец, я прошу, чтобы ты какое-то благо сделал для него. Он был отцом, хотя был демоном. Пытался мне как-то навредить, я знаю, вы злы, но все же он мой отец, и поэтому прошу что-то хорошее сделать для него. И Нарисимхадев засмеялся. Думаешь ли ты, что есть недостаток какого-то блага? Нарисимхадев говорит: думаешь ли ты, что есть, когда я поместил твоего отца к себе на колени, убил его? Думаешь ли ты, что он недополучил какого-то блага? И вот Вишнава Чакравати пишет, Прахлад Махарадж очень хитер и умен. И вот хотя он знал, что его отец получил благо, но все же, чтобы получить подтверждение из уст Нарисимхадева ради блага всех остальных, он спросил, и вот Нарисимхадев сказал,
Думаешь ли ты, что есть недостаток какого-то блага, когда прикоснулся к нему? Вишна Чакравати сказал, чтобы получить одобрение Нарисимхадева, он спросил. И вот Нарисимха, и вот он сказал Нарисимхе: «О Прабху, я не боюсь этой твоей угра формы». И вот это, я не боюсь этой ужасной формы. От чего я боюсь? Я боюсь, что этот материальный мир, люди, живущие этой материальной жизни, я боюсь этого материального мира. Я не боюсь твоего божественного явления. Я боюсь только этой материальной жизни. И вот Прахлад Махарадж не корыстен, он благословляет нас и сказал, что если вы хотите благословить меня, то благословите этих детей демонов. Если ты не благословишь нас, я уже... получил милость, поскольку твой бхакта Нарада, он даровал мне свою милость. Если ты хочешь дать мне свою милость, я уже получил милость Нарада. А если ты хочешь благословить меня, то благослови этих детей демонов. Это моя просьба, иначе они беспомощны, куда они могут пойти. И вот преданный может организовать милость Господа для всех остальных, если мы, они искренне. Someday I can discuss more, okay? Any question you have? Maharaj, can you please tell the difference between Pada Sevanam and Dasyam? What is the difference? Pada Sevanam is the Lakshi. Разница между Pada Sevanam и Dasi. Pada Sevanam, да, Lakshmi совершает. Pada Sevanam значит... Это тоже дасья служение, но дасья это особое служение, как Хануман совершает или Бхарат. Как в этой шлоке говорится, кто является ачарьей и какого вида служения? Всем. И вот когда-то я расскажу об этом более подробно в Нававитха Бхакти, в девятисложном Бхакти. Мы можем найти всех ачарьи, как Парикшит Махарадж, он пример Шраванака Бхакти. Парикшит Махарадж, он идеализм Шраванакша Бхакти. Ваясаки, Шукадев Госвами. Прахлад, он ачарья Смараны, он показывает нам, как помнить Господа идеальным образом, Лакшми, Падасеванам, как служить стопам Господа. И хотя мы
думаем, что тоже служение, но как бы оно Падасевана Лакшми совершает Притху, он поклоняется Господу. Этот Хануман, пример Даси, служение. Он все служение делает. Все, что может делать Хануман, Сита Деви, такого не может делать, например. И наоборот. И вот среди Арджуна, он пример дружбы, но то, что во Вридаване, это отдельная история. И Бали Махарадж – пример самопредания. Нахам вивемите ати ваянакашо, дивхар конетра бхукти рабасо градангста, анта саджа хатаджо шанкукарнат, нирхад абхита дигвадри винна накхадра, трасто усми ахам кипанавасало душагру, шангшар чакрагаданат, гасатам пранитам. So nice, nice look. Это прекрасные шлоки, которые посвящены прохладу Нарисимхи. Мы пытаемся установить отношения с отцом, матерью, прочими людьми, но мать умрет, отец тоже. Я узнал, когда что мой отец умер через полгода только. Да. Отец оставлял тело, я что-то почувствовал, когда мать оставляла, мать моя умирала, я тоже что-то почувствовал, что-то странное, что невозможно для меня. Я как-то почувствовал это, но потом узнал спустя долгое время. Если мы будем развивать отношения с такими материальными людьми, то в итоге будем чувствовать боль, когда они уходят. И мы должны развивать отношения с Гуру Вайшнавами. Они вечные. И иногда, если что-то жестко говорю, то не обижайтесь. Это не гнев. Это я говорю, чтобы помочь спасти вас. Это не какой-то гнев. Кто-то идет по неправильному пути, я пытаюсь помочь им. И вот Прохлад Махарадж говорит, мы боимся этого материального мира. В этом материальном мире мы можем ничего, с чем можно было сравнить лотосные стопы Бхагавана или лотосное лицо Бхагавана. What is written? You go on reading. Okay, Praladesha Jai, Padma Mukha, Padma Bringo. Mukha Padma Bringo, Prahlad Maharaj looking at Nrisimhadeva. И вот Прохлад здесь в этой шлоке говорит, что Прохлад Махарадж смотрит на Нрисимху. Mukha Padma Bringo. Bringo means is a bees, like on flower, honey bees hovering around flower.
И вот здесь сердце и душа Прахлад Махараджа всегда находится около и вокруг Нарисимхи. So I make two times or three times. Middle you can take. Not first and the last. Sometimes sound, door going to heart and the sound going. So I already copy, you can take. But you cannot misuse it. You cannot take undue advantage. You can play and do a pray to Nishinode. Can you publish? Oh, what is this? Wait. One bag. Huh? What? One bag. And in Bhagavatam, you can get all the recitation of Narankava Yavati, all pronunciation. That time the health was not good, but still, during Corona period, I recite all total 18,000 slogan, Bhagavatam, Gita, everything. This is golden opportunity. Corona period is a golden period for me. Because if I calculate in Corona period, my maximum Harikatha.